Здравствуйте, друзья! Всем привет, всем привет, всем привет, всем привет, всем привет! Всем доброго, доброго времени суток. Добро пожаловать в Доту, Дота 2. Сегодня буду играть в Доту. В общем-то говоря, я особо не играл никогда во вторую часть. Я помню еще первую Доту. Это была, в общем-то говоря, еще когда-то карта от Warcraft 3. То есть был такой Warcraft 3 Frozen Throne. Может быть, кто-то помнит еще, да? И мало кто, может быть, знает уже, что эта Дота, в общем-то говоря, это была когда-то именно картой к именно к Warcraft 3. То есть, а сейчас это уже, соответственно, отдельная игра. Вот, и на волне, в общем-то, событий, что, ну, многие, наверное, знают, что вот Team Spirit, да, выиграла чемпионат 21-го года, то есть это команда, в общем-то говоря, наша, да, команда ребят, в общем-то говоря, киберспортсменов, вот, ну, когда я говорю «наша», я имею в виду славянская, да, скажем так, вот, и, в общем-то говоря, решил я попробовать сыграть в Доту. Ну, почему нет? Интересно все же попробовать, что это за игра такая, как она изменилась, чем она стала там и так далее. Вот, в общем-то говоря, давайте будем начинать. Я вот скачал себе Доту, вторая она бесплатная. Ольке рассказал, что я буду теперь великий дотер и заработаю миллионы. Ну почему Team Spirit смогла выиграть, а я что, хуже что ли? Я сейчас тоже по-быстрому научусь играть и буду миллион заработать. Ладно, я шучу, просто мне это стало интересно. Так, друзья мои, давайте начнем. Вот тут есть кнопочка «Играть». Давайте будем начинать. В общем-то говоря, я думаю, смотрите, здесь есть боевой кубок. Чего? Это явно не мое. Как мне обратно выйти? Что? Нет, мне билеты не надо, спасибо. Эскейп, все. Блин, не работает здесь. Вот так, нет. Игротека, просмотр, магазин герои. Вот, фух, все, разобрался. Играть. Я думаю, что нам подойдет, в общем-то говоря, либо тренировка с ботами. Но с ботами, наверное, не так интересно. Давайте режим новичков. Тут есть какой-то интересный, упрощенный игровой режим, подходящий для новичков. Это то, что надо, как раз, мне кажется. Что вас ожидает? Более щадящий игровой процесс. Игра с такими же новичками. Ограниченный выбор героев. Быстрый поиск карты. Никакого наказания за покинутую игру. Ну, вполне себе нормально, да. Начать игру. Нажимаем. Вот. Выбирает. Это кто такие? А, это Team Spirit команда. Зацените все, какие красавцы, как на подбор просто, да. Вот. Мипошка, Ярослав, Мира, Мирослав, Ярослав, Мирослав, Магомед, Илья, Александр. Вот. А это, в общем-то говоря, Team Dragon. Это, видимо, те, кто с ними играл, что ли. Вот так у нас, я так понял, что нашлась игра. Выбираем своего героя. Вайпер, это снайпер. Я помню, по первой доте еще снайпер, вот это Леди Сильвана, или как ее, Дроу Рейнджер. Типа лучница. Так, Экс. Вот. Мразь Кинг, это вот этот король личи, что ли. Зевс. Вот. А это на основу поддержка. Так, Вич Доктор, Варлок, Пудж, мясо, да, герой. Леон, Лич, Джакиро, Кристал Мейден, тоже помню, это магичка из Варкрафта 3. Я за Вайпера хочу поиграть, потому что я помню, Вайпер был такой дракончик черненький в третьем. В третьем Варкрафте. Так, выбрали мы Вайпера. Все, да. Что теперь нам можно сделать? Купить что-то. Это явно что-то за деньги продается, наверное, какие-то. А, это скины просто какие-то, смотрите. То есть здесь, естественно, как в другой игре, бесплатный донат фактически скинами определяется. То есть вы можете донатить. Я сделаю чуть потише, наверное, звук. Вот так вот. И вот это вот так вот. Вот так. Вот. Так, силы света, Dragon Knight. Силы тьмы. Это мы, походу, силы тьмы. Мы за силы тьмы играем, да. Вайпер. Так.
несколько раз сыграл уже с ботами, вот, было дело. Но, в общем-то говоря, честно сказать, я не сильно разобрался, что здесь как. А вот если мы нажмем F1, вот, у нас здесь появляется наш дракончик. Так, мы можем что-то купить, капец, блин, сколько товаров всяких разных. Я, честно, вообще не шарю, что там надо мне покупать. Очко просто способности у меня есть не потрачены. Так, я знаю, что мне надо купить вот эти вот, типа, еду какую-то себе. И что-то еще мы можем купить. Что мы еще можем купить себе? 5 ловкости, сил, интеллект. Это сколько? 500 стоит у меня. Вот, подходит. Все, поехали. Поехали. Куда мы поедем? На серединку. Погнали на серединку. Да, я, честно сказать, не шарю, кто там где должен быть. Кто должен быть на середине или нет. Давайте посмотрим. Так, атака ядом, poison attack. Таблетка обычно атака героя яд уменьшает скорость передвижения с предней магией. Так, так, дальше. Герой покрывает землю низшим токсином. Противники тренируют, так получают периодический урон. Так, если как настояние 1400 героя отравляется разным. Короче, сплошной яд до отравы. Выбираем первую способность. Сейчас кого-то замочит уже, да? Да. Уже грохнули первую героиню. И здесь уже кто-то там мочится, да? Давайте поможем немножко ему. Давайте им немножко поможем. Смотрите, они тут, блин, втроем. Сейчас нашу Crystal Maiden замочит. Блин, я уже мочил его, пошла, капец какая, ля. Куда? Мы сейчас их запасем. Вот, они будут явно возвращаться здесь же, я думаю, да. Здесь же, я думаю, они будут возвращаться, и мы сейчас их... О, смотрите, я замочил. Сейчас Dragon Knight тоже замочим. Да. Есть, мы замочили уже двоих. Короче, мы рулим, все. Распроздавались им. Так, надо идти качаться на серединку. Что, как бы, это, конечно, хорошо, что мы все грохнули. Но и уж, смотрите, она уже вторая. А здесь уровень, это важная штука. Я еще только пол первого. Точнее, пол второго. Сейчас будем тогда противостоять, в общем, нашей вот этой леди Сильвани, или как она уже третья, господи, блин. Надо качаться, надо качать, так, надо отключить эту штуку. А я уже второй, ха-ха-ха. Так, возьмем вот этот примочек, это на R, а это на C, блин, почему они так разбросаны, эти кнопочки? Что, нельзя рядом их сделать? Блин, чтобы неудобно было, что ли, или что? Чтобы зарабатывать как можно больше золота, старайтесь добивать крипов. Давайте попробуем эту способность R. Вот так вот прямо, смотрите, как уже третий уровень. Прокачаем себе ядок. Все, пойдем мочить башню. Мочим башню. Все, не мочим башню. Два раза плюнули, если хватит. Это что тут такое? А, это наши крипы тут бегали. Это бегали наши крипы. Так, я один на серединке, получается. Все остальные снизу, сверху. Ну, надо качаться, я думаю, потому что... Надо качаться, потому что иначе... Ой-ой-ой, так, все, отходим. Я не этот самый, я не танк, походу, я ловкач, то есть это герой ловкости. То есть ему надо вкачивать ловкость, насколько я знаю. Так, ну давайте вот это дальше прокачивать будем, да. Вон наша Сильвана выбежала опять, я не знаю, какие у нее способности, но походу нас пошла бегать или... Или чё? Чё она? Куда она пошла-то? Давайте немножко поплюем в нее. Вот так тебе, Сильвана. Вот так вот. Давайте немножко её поплюем в неё немножечко. Куда она пошла там? Видите, как хороший у нас герой, в принципе. Раз в пол хп у неё снес уже. Всё, мы должны качаться. Мы должны качаться, она пошла вниз, скорее всего, может, она будет меня обходить, я не знаю. Вон она, да, смотрите. Блин, она куда-то заманивает меня, похоже. Такое впечатление. Она собирает там какие-то, наверное, эти самые. Какие-то плюшки собирает она там. Так, давайте будем продолжать. Нижнюю башню там атакуют, кто внизу-то? Ё-моё. А, там два героя бегают, в принципе, разобрались, вроде бы. Так, я немножко башню буду
себе. А я уже 7-го ха. Вот так вот мы будем мочить. Внизу что, и никого нет опять. Так, ничего, надо раскачаться и что-то купить себе. Я не знаю просто, что здесь мы можем покупать. Так. Надо её как-то ультой попробовать фигануть. Надо себе что-то купить, у нас уже 2000 золота, я не знаю, вот смотрите, самая популярная предложенная сборка. Это что такое? 16 ловкости, 12 силы. Вечер, дальше так героев. Давайте купим, да? Достать привет курьером, надежный золото. Это вот курьеры какие-то. Ладно. Так, а у меня опять прилетел лица. Давайте вот тут пассивку будем юзать. Так. Давайте постреляем немножко. Так. Достать курьером. Нечего доставлять. Я что-то не понял вообще. Что случилось сейчас? Я что-то купил? А, подождите, все в порядке. Оно уже у меня здесь. Прикольно. А как это так получилось? Типа быстрая доставка. Я помню, что раньше надо было бегать к этому самому, к торговцам, чтобы что-то купить. А здесь типа все нажал, и оно купило само, или что, я не понял. Странно какая-то, конечно, бодяга, но что делать, ничего не поделаешь. А это наши ребята здесь пришли, наверное, щемиться, да? Так, давайте. Будем щемить. Они тут бегают туда-сюда. А, вот моя вот эта подруга. Надо ее грохнуть как-то. Надо бы ее, конечно, как-то грохнуть бы. Сейчас она выйдет тут меня крепить. А я ее пойду потихонечку обойду где-нибудь там с той стороны. Подожду, пока она вылезет. Так, это что там происходит? Кого-нибудь? А, там Леон какой-то бегает, да? Давайте Леона замочим. Где он там бегает? Внизу никого. Так. Это наших там убивают, блин. Или чё? Понял. А, вот они все. Давайте отсюда зайдем сейчас. Смотрите. Сейчас мы ульту на него кинем сразу. Так, и Верочку. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Драгон Найта замочим. Смотрите. Ага, есть, мы замочили его. А Леон сбрился, зараза такая, да? Леон от нас ушел. Ладно. Я-то посмотрел несколько гайдов, конечно, прежде чем играть. Вот. Посмотрел, за кого лучше играть. А вообще все советовали начинать, типа, играть за Леона. Вот. Потому что, типа, один из самых простых героев считается, типа, Леон. Нет врага. Врага нет на центральной линии. Переходите в вражеский капитан Карат, когда вы не увидите героя, почему может быть небезопасно. Я согласен, абсолютно. Врага нет на центральной линии. Так. Вот она, эта подруженька. Лупанула, смотрите, прям. Не, ну мы, конечно, будем отходить. Сейчас мы их тогда кинем. А вот это вот дело, будем плавненько отходить. Они решили меня загасить. Гады такие, блин, как вот им не стыдно-то. Все, мы ушли, ура. Пришло время подкрепиться деревом. Как-то оно слабо подкрепляет, я вам скажу. Ай-яй-яй-яй, тихо. Тут у меня и телефон одновременно что-то попытался зазвонить. Так, усиливаем нашу ульту. Ульта это у нас плюется, он плюется каким-то супер-пупер ядом. Плюет, и надо, наверное, еще нам съесть. Нет, у них тут что-нибудь получше. Руины богатства. Господи, что это вообще такое?
12 левела мочим во вражескую башню. Так, надеюсь, что меня не обойдут где-нибудь, потому что я сейчас не очень восстановленный, скажем так. Но смотрите, как я уже быстро плююсь. Вон Леон, кстати, вышел, смотрите. Давайте кинем туда на всякий случай. У Леона, насколько я знаю, хорошая ульта есть. Поэтому мы лучше свалим от греха подальше от него. И съедим немножко дерева еще. Вообще придумал так, чтобы, типа, дерево есть. Ешь дерево и, типа, восстанавливаешься. Смотрите, наша лучница. Давайте ее ультанем. О, все, получилось. Смотрите, я убил эту лучницу. Так, том знаний какой-то появился. Что это за том знаний, непонятно. Так, надо эту башню бы добить. Ой-ой-ой, так, тихо, пацаны, тихо. Чуть не добил немножко еще, и башня добил, и добьется. Вот это что такое? Плюс 20 скорости атаки, давайте, да. Тут бегают эти, блин, чувачки, конечно. Я так понял, что у вайпера скорость атаки, это ловкость надо качать, наверное, да. О, башню грохнули. Что значит не отдал? Это как, он ее сам, что ли, за это самое? Гады, они ее сами взорвали, да, походу, как-то там разбомбили. Так, надо что-то, наверное, купить. Так, здоровье, плюс 70 к урону, конечно, хочу. О, смотрите, Dragon Knight этот, что-то он куда-то испарился, гад такой. Так, надо идти куда-то, куда только. Вот сюда надо идти куда-то. Надо идти помогать пацанам, потому что тут убивают. Караул. Сейчас мы поможем, наверное. Да, поможем, наверное. Где я там? Где я? Я сейчас, когда дойду, там всех наших уже грохнут, да? Что это вообще было? Там сейчас кто-то пробежал или что? Мне кажется, что это опасновато, конечно, сюда выходить одному. Потому что там было несколько героев. Пойдем к башне, наверное, мы. Пойдем к башенке. К башеньке и возьмем вверх, в общем-то говоря. А это что за цифры 10-4? Это что такое? Типа они нас 10 раз убили, а мы их всего 4, что ли? Это мне не очень нравится. Типа мы проигрываем или что? Или что вообще? Что вообще происходит, да? Так, вот тут какой-то щ... Ух ты ж, блин. Телепортируемся. Тут какой-то щим идет. Так. А, что происходит? Кто там еще у нас? Я убил ее, нет? Нет, походу не я все-таки. Все, это мы их. Вот это же наша команда, че я туплю-то? В принципе, там их 14 киллов, а у них всего 5. А, все, у них осталось только 2 героя. 3. Можно потихонечку идти. Дамажить. Можно башни дымажить. Так, у нас 5000 голды. Надо что-то купить, наверное, себе. А, так, 32 к урону. Манас. Так, все, тихо. Вот это мне уже не нравится. Это мне уже надо текать. Надо текать. Надо что-то купить. А вот что, я не знаю. Так. Невидимость.
Даша, уж ты посмотри, то как башни подошел, и всех уже замочили наших грибов. Так. Что нам купить? Что мы можем купить? Самая популярная предложенная сборка. Типа, кажется, так может первость нанести 225% урона. Давай вот эту, да? Нижняя башня противника разрушена. Все. А как? Как мне теперь ее получить? Как мне получить эту фигню? Выбрать курьера, достать предмет курьера, мне что доставлять? Господи, я вообще ничего не понимаю. Как я... А, подождите, все, она появилась у меня. То есть она как через какое-то время появляется или что? Так, давайте, ладно, будем продолжать, что уж там. Ночь настала, да? Так, где у нас там замесы какие? Я... Надо идти, наверное, месить этих... Идти месить вниз куда-то, наверное, да? Тут у нас, да, чувачок такой прям за весь... О, смотрите. Так. Ультимейт кидаем. Все, мы его грохнули. Так, теперь отходим. Теперь вот эту подруженьку. Давайте теперь вот этого. Отличненько. Теперь дальше идем. Так, а я всех убил, да? Вич-доктор пришел, вич-доктор. Давайте еще вич-доктора грохнем. Где он там делся? Так, все, я убил вич-доктора. Ай да я, ай да молодец. Так, я всех поубивал, походу. Не, Вайпер крутой герой, он был крутым еще. Он был крутым еще в третьем Варкрафте, когда там была эта самая. О, вот еще. Блин, я, кажется, не попал. Я в него, по-моему, ультой промахнулся. Все, надо идти их уже выносить на самом деле. Почему? Потому что уже как бы... Все. Потому что уже, я думаю, что им хана-мана. Все, вот теперь надо сваливать, надо сваливать, надо сваливать. Ой-ой-ой, все, меня убили, блин. Серия из 10 убийств прервана, блин. Жаль, конечно. Конечно, очень жаль, но меня убили. Я слишком расслабил булки, конечно, и на меня навалились все вместе, запинали. Вот здесь я где-то, по идее, должен возродиться. Выкуп, я могу выкупиться, да. Я могу выкупиться. А зачем? Я лучше что-то, давайте купим себе что-нибудь. Чего я могу себе вообще купить? Так, наверное, перемещается к точке. Пока подумаем, что можем купить. Предложенная сборка. Так, 5300, 200 к здоровью, 25 ко всем атрибутам. Мне нужно что-то на ловкость. Мне нужна ловкость какая-то. Ловкость. Что там есть? Сила, урон. Ко всем атрибутам. Наверное, вот это вот 30 к здоровью, скорости атаки. Потому что вайпер, чем... Или вот эту. Наверное, все-таки вот пусть будет вот это 30 скорости атаки. Потому что вайпер, он чем быстрее атакует, тем больше яда. А яд там, по-моему, стакается. То есть получается, что чем быстрее атака, тем лучше получается. Так, теперь нас щемить начинает. Тут вы посмотрите, блин. Пришло тут, короче, это самое. Все, отходим потихоньку. Второй раз я не хочу грохнуться. Так, теперь вот этого надо. Теперь надо вот этого. Все, пацаны, до свидос. Где ты там делся-то? Сошел, гад такой, но... Сошел, а? Ай-яй-яй-яй-яй. А вот уж он, все, не сошел, нормально.
света укрепили свои сооружения. Все, продолжаем. В общем-то говоря, так. Плюс 300 к здоровью. Что это вообще значит, я не знаю. Короче, понаубирали всякого тут. Я так понял, что... Я так понял, что все, пошли щемить. Короче, я уже 29 левел, смотрите-ка. Смотрите-ка, у меня тут столько уже всяких скиллов. Может, через низ пройтись? Это вот что вот это такое, я не пойму. Эх, ладненько. Так, пошли потихоньку, будем разваливать уже их. Будем потихонечку их уже разваливать. Утречка. Надо всем и собираться, наверное, посерединке всех мочить, потому что они все выходят как бы здесь. Ой, блин, какой прикольный герой. Так, все,
где все наши-то? У меня 14 косарей, блин, золото. Мне надо еще что-то купить, наверное. Давайте вот это купим. Вот это... Я не знаю уже, что покупать мне. Я все... Давайте все вот это вот, все. Так, давайте курьером, да. Курьер, ну, сейчас прилетит он ко мне, он уже. Все, зарядились по полной, да? Так, вот это, наверное, пока выключим. Мана, ну, мана нужна, маны нету прям вообще. Так. Здоровье маловато, меня сейчас, конечно, могут и грохнуть, мне кажется. Че я один тут, блин, вообще посерединке вот это вот фигачу, понимаешь? Центральные казармы противника разрушены. Центральные казармы. Все, надо. Надо их уже. Мне кажется, они уже сдались там все, да? Сдались. Так, ну все, у меня в принципе как. Я думаю, что им хана. Есть такое предположение, да? Вашу верхнюю башню атакуют. Ваша верхняя башня разрушена. Как он быстро фигачит, смотрите. Центральная башня противника разрушена. Я просто уже хочу игру закончить, потому что уже неинтересно фактически. Центральная башня противника разрушена. Ну все, я думаю, что можно уже мочить вот это дерево. Вашу верхнюю башню атакуют. Ослы куда-то полетели. Ну все, по сути, мы победили. Вот, Вайпер, конечно, классный. Классный герой. Вот. Им на самом деле несложно играть. То есть у него действительно несколько хороших способностей. И самое главное, вот этот яд. Когда ты его раскачиваешь, просто противник от тебя никуда не убежит, потому что он замедляет, и он стакается в этих самых. Вот. Так. Серия убийств 10. У меня мощная травля убийств этим ультой. Вот такие вот дела, друзья мои. Получается, что у меня сколько? Осада, 6-2, сражение, 8-3, добыча золота. Не знаю, что это все значит. Среднее значение 20 убийств, 1 смерть и 6 помощи. Помощь — это значит, что я помог кого-то убить. Похоже. Вот такая вот получилась статистика. Вот, игра, в принципе, закончена. В принципе, наверное, все. Вот, я надеюсь, что вам было интересно посмотреть. Мне было интересно поиграть, в принципе. Может быть, как-нибудь сыграем еще. Ну, а пока всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Еще раз поздравляю наших ребят с победой. Спасибо тебе за просмотр. Надеюсь, видео тебе понравилось. Если это так, то ставь лайк и подписывайся на канал, а также бей в колокол. Если у тебя есть вопросы или предложения, с удовольствием на них отвечу в комментариях. Если хочешь поддержать канал, то ссылочка на донат в описании. Рад был помочь тебе расслабиться. До новых встреч!